80 тысяч жителей Тюменской области прошли перепись населения в онлайн-формате. Кстати, благодаря нововведению государство сэкономит больше 30 миллиардов рублей. Впрочем, переписчики все равно будут обходить дома. У тех, кто прошел опрос онлайн, лишь считают код. Процедура займет несколько минут. Напомню, что собирать данные жителей начали еще 15 октября. Кроме электронного формата, есть и другие новшества. Прежде всего, это касается списка вопросов. Всего их 33.